Здравствуйте, дорогие дамы и господа, да благоволит к нам Господь, с вами Джин Клюкер и Грибобас. Каляйка. Еще он Пикачу. Следующий короткий вопрос Грибобасу. Грибобас, какая тебе марка машины нравится? Вот, я не знаю. Вот, подожди, солнце на тебя светит. Вот, то есть на меня в камеру. Ну, пошли потихоньку. Нива Шевроле. Мне машина нравится. А, Нива Шевроле. Вон, знаете, машина очень хорошая. Она и короче идет очень мягко. И, короче, яма все ничего. Так вот, рабочая, мы даже так вынули, такая большая скорость. И скорость у нее большая. 200 км в час. Здесь она прет. Ну, 200 это вряд ли она прет. Ну, 200 нет, но камера 150. Ну, короче, бы ты себе бы Нива Шевроле бы купил бы, да? Да. А ты, Каляйка, какую бы? Марку машины? Да. Купила бы себе машину. Если бы деньги у тебя были. Марку там, может, модель даже ты знаешь. Ну, BMW, наверное. BMW? Да. Грязно. А, зарубежную можно машину? Ну, а, давай, зарубежную. А я вот... Это как называется? Позже показываю, машина такая. Подожди-ка. Большая такая, как называется она такая? Вот тебе еще машина тебе очень нравится, машина нравится. Такая черная машина, в общем, в Москве смотри, подходили, мы смотрели. Ну это да, это уже Грибобас раскрыл тайну, какая мне нравится. Этот, Volkswagen Transporter. Вот, да, машина хорошая, нравится машина, да. Вот ее взял бы себе бы. Ну я бы тоже от Volkswagen Transporter бы не отказался бы. Они, кстати, есть разных модификаций там, внутри там, ну разных, короче, всяких там модификаций. Понятно. Там. Все, спасибо за внимание, удачи всем. Угу. Пикачу, скажи пока-пока. Пока-пока. Скажите, пейте водичку, да? И проливай для себя. А что это за вода? Такая из крана? Простая, да, кипяченая. А, ну, кипяченая, да-да. Кипяченая просто. Я так надо наливал. Какая Грибобас? Кипяченая. Какая? Кипяченая. Правильно, правильно. Вот по пути встретили одноклассника Каляйки, Влад. Вот, знакомьтесь, и ему как раз вопрос хотим заказать. То есть спросить. Влад, какую бы ты себе машину купил, ну, если бы у тебя неограниченно было денег? Ну, марку машины там, может быть, или там просто модель даже какую-то. Ну, Шевроле Ларгус. Для наших дорог, мне кажется, отличная машина. А, ну, я понял. Она, кстати, такая здоровая, там, объемная, да. Она, да? И багажник большой, ну, вместительная достаточно. А, понятно. А сколько она на 100 километров, не знаешь? Не знаю. Ну, много. Много, да? Да. Понятно, понятно. А друг твой какую бы машину купил? Андрей, ты бы какую машину купил? Андрей, какую бы купил машину? Копейку. Копейку? Так она же старая, уже их в производстве-то нет. Вон едет Капитос. Надо же что-нибудь свеженькое. Не? Копейку обделать. Человек 7. Ох. Мы же тогда, помнишь, нас подвозили как раз до телевышки на этой Ларгус? А, ну, на ну, машине. Вот тоже машина хорошая. А, нет, нас не на Ларгус, а на этом. Ой, забыла эту марку. На Ларгусе нас довозили тогда на этот, на остров, когда уборка была на острове. Ну, спасибо, до свидания. Спасибо большое. А, спасибо, до свидания. До свидания. Там, знаете, будет видео, как называться? А, какую Грибобас хотел бы машину себе? Канал этот, гик, большими английскими буквами. Счастливо. Пикачу нашла машинку свою, маму. Мама машинкой стала. Машинкой, да? Хочет ножками походить.